Краевое самоуправление не в пример коллегам Думы городской живет предсказуемой размеренной жизнью. Тем не менее, здесь не обходится без взаимных упреков и недопониманий. 28 июля, вернувшись из отпуска, замруководителя отдела по развитию предпринимательства узнал, что в ходе реорганизации его структуры с 1 сентября его должность подлежит ликвидации. Алдис Цимошко воспринял это как сведение личных счетов, пояснив, что подобный шаг – своеобразная месть за несогласие с коалиционным большинством по ряду принципиальных вопросов. А с учетом того, что автор письма выступает кандидатом в депутаты на предстоящих выборах, он классифицирует этот шаг не иначе, как политический. Потому что Думе было неудобно мое мнение уже с самого начала, когда я весной указывал на вздутый бюджет в разделе руководства, учитывая то, что хотя бухгалтерство у нас состоит из более чем 70 человек, это любому понятно, что это много. Потом были проблемы у некоторых депутатов с тем, как я коммуницирую с народом, как я рассказываю о бюджете и так далее. То есть предупреждали меня уже тогда. Последняя капля, очевидно, были мои активности по поводу тарифа и соприкосновением с Навальный Спакал Сервис, которая, естественно, является детищем моей прямой начальницы. Ну и такой расклад я ожидал, и тут политические мотивы явны. Администрация края, в свою очередь, воспринимает упреки как необоснованные, поясняя, что специалисты подобного профиля уже работают в властях на местах, а, соответственно, дублировать их работу нет необходимости. Председатель Янина Елинска дает другие комментарии. «Мы тоже заинтересованы в низких тарифах, но каждая вещь стоит столько, сколько стоит. Мы не можем заниматься популизмом». Это решение не политическое, и в связи с тем, что мы посмотрели, что в нашем крае в связи с предпринимателями уже создан общество, создан консультативный совет. На местах в каждой волости работает работник по развитию, лаукатист либо специалист. И вся информация, которая нужна предпринимателю, она есть. И не нужна такая должность, как зам этого отдела. Да, отдел будет продолжать работу с предпринимателем, и отдел будет работать. Стороны, судя по всему, так и останутся, каждая при своем. Алдис Цимошко тем временем намерен пойти дальше, собирать подписи в волости против указанных тарифов и информировать общественность о развитии событий.